Дом культуры села Дивакео. Это рядом с Григориополем. Перемены видны с улицы. В прошлом году на ДК заменили кровлю. Теперь ремонт внутри. Полностью меняют систему отопления. Старые трубы все время протекали. Было холодно тут. Сколько примерно градусов? Ну, так, сказать, плюс 15-16, где-то так. Очень нужен ремонт. Уже не будем как сидеть в куртках. Новые батареи и трубы по всему первому этажу. Также будет и на втором. Ремонтируют и зал Дома культуры. Пришлось снять часть старой лепнины. Мера вынужденная. Из-за протекавшей кровли сгнили деревянные перекрытия. Их заменили. Оригинальный орнамент по периметру потолка сохранят. Ремонт зрительного зала с заменой покрытия пола. Также у нас ремонт сцены планируется тоже с заменой покрытия. Потолок будет подвесной, двухуровневый потолок на сегодняшний день. То есть он даже один уровень будет натяжной, а второй будет гипсокартон. С сохранением архитектурного облика как и самого Дома культуры, так и зрительного зала. То есть, как видите, здесь лепка. Лепку мы все сохранили, реставрируем. Много лет ДК стоял без воды, а теперь отремонтируют умывальники, появятся и душевые. Здесь будет раковина с двух сторон, то есть с этой стороны и с той стороны раковины. Уже батареи поменяли, мы ждем замену окон. Здесь будут два санузла. И здесь будут две душевые кабины с горячей водой. Тоже через перегородку будет раздевалка. Вот для непосредственно для спортсменов, для наших циркачей. А раньше как было? Раньше не было ни воды, ни тепла, ни вообще никаких возможностей. Не было, безусловно, им было очень тяжело, потому что очень много девочек, очень много детей вплоть с детского сада занимаются в цирковом коллективе. И, конечно, зимой выходить в санузел на улицу, это, конечно, сказывалось на здоровье. Дети часто болели, родители переставали водить. Местный цирковой коллектив – гордость села. А еще в Доме культуры поют и танцуют. Есть занятия для детей и взрослых. Скоро репетиции будут комфортными. А в фойе уже вырос целый сад. Это сельчане несут цветы, чтобы украсить все после ремонта. А это село Бутор. Тоже Григориопольский район и тоже ремонт. Демонтируют старую кровлю, потом положат новую. На ремонт почти миллион из бюджета района. Стартовал ремонт и в Малоештах. В сельском детсаду меняют систему отопления по фонду капвложений. Около 16-17 градусов. Замерзали? Ну, замерзали. Дети всегда были в движении. Было решено, чтобы заменить все регистры в садике на радиаторы, металлические радиаторы. Приступили с сегодняшнего дня к второму корпусу. Осенью в планах заменить и старые двери. Сейчас ремонты в детсадах, школах, домах культуры по всей стране.